داعي الهدى وهداية الرحمن، مهاج ترفرف في الحنين إذا أتى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان. Конечно же, то, что он приехал в Дагестан, это, конечно же, мы благодарим Аллаху Тааля в первую очередь. И в вторую очередь мы благодарим нашего муфти Ахмада Афанди, который способствовал этому. И стараясь распространять правильное чтение Кур'ана, хиф Кур'ана в Дагестане. И Альхамдулилля, с помощью таких хафилов, таких чтецов, специалистов Кур'ана, у нас Кур'ан подтягивается. И, конечно же, я хочу выразить благодарность нашему муаллиму Дауд Хаджи, который, как самый младший из нас, ходит на наши уроки, присутствует с нами. Это он на всех учил, нашим муаллимом он является. Но тем не менее, вот это является результатом тасаввуфа, что вот отсутствие нафса, когда человек позволяет себе, будучи муаллимом, находиться с муталлимами. Это когда человек на самом деле не на словах, а реально идет по пути тасаввуфа, исполняет тариқат, как полагается. И вот к этому человеку мы все должны стремиться. Отсутствие нафса – это самая важная черта алима. Когда у алима имеется нафс, когда он говорит «я», от этого алима пользы не будет. Я от всей души благодарю, братья, вас всех за то, что вы откликнулись на нашу просьбу, на наш призыв, присутствовали на уроке, ходили туда, оставляя свои дела. Хотя это, конечно, для вас еще лучше, потому что это вы как-то улучшили чтение каляма Аллаха Субхана ва Тааля, нашу зад. И мы, наверное, не будет преувеличением, если мы скажем, что мы от души полюбили шейха. Пускай Аллаху Тааля воздаст ему великим благом, иншаллах, в раю. И дальше даже без этих уроков, без него, как будто жизнь остается, вот какая-то пустота, пустой остается. Иншаллах, мы будем стараться усовершенствовать свое чтение Корана и передавать это нашим, значит, потомкам, подрастающим поколению. И дальше, иншаллах, рахман, и совершенствие постараться и обрадовать нашего шейха, прочитать ему, иншаллах, в следующий раз, иншаллах, на пятерку, иншаллах. Пусть Аллах будет доволен нашим имамом и такими братьями, иншаллах, пусть возвысит их степень в раю. سبحان الله وبحمده سبحان